Сегодня снова на водопаде. Райское наслаждение. Заехали вечером. Посмотрите, какая красота расцвела. Месяц уже не было дождей у нас. Как обмелели реки здесь на водопаде. В прошлый раз приезжали, такая полноводная была. А сейчас только ручеек остался. Здесь была вода до самых стен. От водопада остался ручеек такой небольшой. Вот сказано, дождей нет. Упало такое дерево большое. Мост сломало. Видно, что сварены. Такое огромное дерево упало. Пол скалы обрушилось. Корни торчат. А здесь видно, что мост упало, сломало. Он сваренный. Снизу наварено железо. И дождей не было, а все равно... Ползет земля. Да, ветки были огромные. А с этой стороны его куски вот лежат дерево. Видно, как спилили, так там и остались. Теперь их в сезон дождей размывать будет река, когда бурно идти будет, подъем воды будет большой, она тогда эти бревна несет туда вниз. А пока вот так они. Воды мало. А тут какие отложения, скалы. Это сколько тут миллионов лет, наверное, вот это все отлаживалось. При динозаврах, наверное, еще тут нижние слои были.